Всем привет, снова здравствуйте и новая информация от канала Программишка РФ. Давайте рассмотрим, как UV-проекцию сделать. Так, первым делом настраиваем камеру. Включаем камеру N, панель нажимаем. И вот здесь вот локация, ротация, ставим все по нолям. 0, Enter. Так, 0, Enter. И тут также продолжаем все это дело делать. Вот таким вот образом. Так, тут и так 0. Так, камера теперь вот установлена, семерка на нампаде. Вот так вниз. Нужно поставить по X 90. Enter. И вот теперь с помощью MOV можно ее вот так вот отодвинуть. Смотрим 0 на нампаде. В принципе, пойдет. Теперь нажимаем на куб. N панель, закрываем клавишей N и удаляем Delete. Так, теперь нужно подгрузить в Add Mesh план. Подгружаем и нужно развернуть его. Тройка на NumPad, вид сбоку. Жмем RX90. Переворачиваем. Вот так вот все дело получается. Смотрим 0. Вот такой вид. Потом еще поднастроим. Так, давайте плану теперь сделаем именно материал. Новый поставим. Вот Base Color, где есть, нажимаем на кружочек. Сейчас высветится окошко с разными надписями. Вот так. И находим UV. Так, не UV. Находим Image Texture. Вот эту. Подгружаем теперь текстурку, то бишь картинку. Находим, где она находится. Так, вот. Будет опять пацан. Пока вот вы видите, что ничего нету. Вот такой вот вид. Нажимаем на рендер. И ждем, когда подгрузится. Вот знакомый вам персонаж. Попробуем его тут немножко повытягивать. Так, следом переключаемся на камеру. Можно здесь на нее нажать. Находим камеру именно вот в этом меню. Вот она. И вот здесь вот, где Tape Lens, ставим с перспективы на ортогональный. Вот такая вот получается штука. Так, сначала чуть-чуть отключим. Так, опять на перспективу перейдем, переключимся на план. Смотрим 0. Вот такая штука. Ну и давайте S немножко это повысим, прибавим. Ну вот пусть в таком духе. Теперь опять же переключаемся на камеру и смотрим, где тут. Так, камера подождет. Опять включаем вот этот план и жмем. Давайте Add модификаторы. Находим UV Project вот этот. Смотрим, тут есть настройки, ставим камера, прожектор именно будет камера, и вот так вот меняется картинка. Теперь ее немножко здесь вот этими ползунками поднастроим, вот таким вот образом. В принципе, вот можно шире, уже, что там, вот уже уши другого персонажа вылазят. Ну, где-то вот в таком духе его оставим. Ну вот теперь, да, пришло время камеры. Ставим камеру и ставим ортогональный. Смотрим 0 на нампаде. В принципе, пойдет. Можно еще немножко это все дело поднастроить, уменьшить. Допустим, S. 0 на нампаде. Так настраивается вот эта вот плоскость. Ну вот теперь можно с ней работать. Камеру опять же можно поднастроить вот в этой функции. Называется Output Projection и поставить сколько пикселей. Ну давайте 1000 поставим. Так, сколько я тут напечатал? 100? 1000. Вот такая получается камера. Опять переключаемся. Жмем на перспективу. 0 на нампаде. Смотрим, что да как. И немножко S
камеру можно уменьшить и немножко приблизить 0 на нампаде. Эту картинку сейчас поднастроим, не беда. Так, заходим на план, опять же находим материалы, так, находим модификаторы и немножко опять все это дело поднастроим. Ну, вот таким вот образом. Вот такая штука. Камеру пока можно отключить 0 на нампаде и камеру выключить. Получается у нас вот такой вот вид без камеры. Единица на нампаде выравниваем. Заходим теперь в Edit Mode. Ну и давайте тут немножко поработаем именно вот этими лупами. Loop Cut включаем. И вот выставляем по картинке. Так, сначала по скулам выставим. Вот такая штука. Теперь выставим, опять же, наводите вот на это ребро. И появляется вот здесь вот луп. Так, теперь этот проведем по очкам. Тут вот опять же, видите, проблема у этой модели — это очки. И нужно вот их как-то правильно все это дело здесь отрегулировать. Вот так. Ну и не забываем с этой стороны. Так, эту по ушам проведем. Эту поставим где-то вот тут. Эту поставим вот по внутренней части. Вот такая штука. Так, эту поставим по носу. Вот так. И эту поставим по носу, вот по ноздрям. А эту поставим ноздри, вот эти выпуклые уже части. Ну и опять же не забываем губы. Так, вот так выпрямляем, вытягиваем. Ну и обрезку опять же не забываем. Начало, конец губ. Можно делать периодически одну сначала часть вот так вот порезать, потом вторую. Но это вы уже для себя выберите сами, как вам будет удобнее. Ну и лоб отобьем и посмотрим, что вообще тут получится. Делаю все это дело где-то второй раз. Где-то, потому что где-то. И вот так вот отбить, наверное, надо вот эти части еще, чтобы можно было именно куда-то что-то это дело вести. Вот так вот. Все, приступаем теперь к вытягиванию. Стоит у нас на вершине. Вот вершины. Это у нас эджи, ребра, а это у нас полигоны. Вот включаем вершины. Сбрасываем именно выделение щелчком по полю. И вот попробуем теперь первое, что сделать. О, сейчас, пардон, еще забыл я отбить челюсть. Отбиваем вот так вот челюсть. Вот теперь все. Снимаем выделение. Ну и первым делом, наверное, попробуем Г английское. Смоделить, вот так вот смоделировать этот вот, эту вот часть. Какие-то вершины можно вот именно здесь поудалить потом. Вот эти, которые не нужны. Нажимаем Delete. Нажимаем Edge. Так. Вот так тоже можно удалить. Нажимаем Delete. Попробуем Vertex. Ctrl-Z. Delete Face. Да, только получается Edge. Не удаляет. Но ничего, не беда. Сейчас разберемся. Ну и так вот G. Вот эту назад. Вот сюда вот так. Эту вот сюда. Эту вот шею можно, вот вы видите, что шею можно немножко вот тоньше сделать. Что это тут такое, вот это вот. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Посмотреть, что тут произошло.
Так, вот такая штука. Ну и погнали теперь. Выделяем через Shift вот так вот вершины. Можно нажать C английскую и вот так вот то, что нам надо, выделить. Опять же выделяем нос. Ну и очки сразу выделим. Пусть вот это все теперь вытягивается вперед. А потом будем уже регулировать. Так. SK. Убираем вот это выделение. Кружочек. Теперь тройка на нампаде. И можно MOV все это дело вытянуть. Вот таким вот образом. Вот так все получается. А вот теперь можно все моделировать. Вот вот эту скулу теперь можно вытягивать потихоньку. Так, жмем G. И вот так немножко все это дело делаем мягче. Так, ну что, теперь смотрим, что у нас тут получилось. И вот эти вот нажимаем, сбиваем C, выделяем вот эти части верхние. SK. И вот эту через Shift, которой не надо, убираем. Так, вот эту. И немножко MOV. Уводим назад. Так. Можно где-то даже вот так вот посадить. Вот таким вот образом. Ну и можно добавлять, конечно, опять же, еще лупы, если их мало, где-то куда-то, где-то какие-то можно удалять. Опять же, так. Так, теперь поработаем, наверное, что у нас тут. Вот, челюсть есть еще. Жмем C. И вот это дело. Вытягиваем вперед. Так, это вот так. Ну и опять же начинаем моделить G, как-то смягчать все это дело. Челюсть как-то поднимать. И вот здесь на шею надо добавить луп.
Вот так. Поближе еще вот так подтянем. Смотрим. Теперь жмем опять же MOV. Уводим. C нажимаем. Вот так вот все выделяем. Escape. И опять все это дело уводим. Тут же также моделировать, наверное, надо губы. Вот таким вот образом. Здесь вот чуть припускаем. Так, тут чуть-чуть. Вот вы видите, что скулы нету. Надо вот это все дело подправить. Так, ну и еще немножко добавим нос, вытянем нос, а вы видите, что нет. Опять же добавим loop cut, вот так добавим. Ну еще немножко тут подразделим, вот таким вот образом. Ну и нос вниз двойной отобьем. Так, теперь снимаем выделение, жмем C и вот так вот нос выделяем. Escape. G. Ну, словом, вот такая получилась у меня фигня первый раз.
Вот так что-то. С очками опять же проблемос. Делаю так G. Нужно тут подгонять еще. Он тут работы валом. Получается что-то в таком духе сложное. И теперь заходим в Object Mode. Применяем модификатор и добавляем модификатор Subdivision Surface. Ну вот, вот такой вот внешний вид. Чуть-чуть тут, конечно, еще угол можно подкорректировать. Ну, типа 3D портрет. Вот так все это дело выглядит сбоку. Еще лоб можно, волосы подтянуть. Ну, словом, понахимичить. Вот такая штука. Вот такая сетка. Все, всем пока, до свидания.